Всем привет! Мы снимаем бомжа. Вот я живу в таком домике. У меня есть только моя кроватка оранжевая и немножко дерева. И моя берлога. Сейчас я вам ее покажу, свою берлогу. У меня, кстати, такой скин, потому что я бомж. Так. Тут у меня есть сосед, кстати, вон он. Видите, вон сосед. И тут у меня есть, типа, какая-то дырка. Я хотел там сделать какой-то домик, типа, из дырки этой. Ну, а вот так я живу. Вот, смотрите. Домик, все дела. Вот заглянем к нашему соседу. Так, здесь чашка, слушайте меня, чай. Чай горячий. Тук-тук-тук. Здрасте. Да вы мой новый сосед, да? Да. Можно к вам зайти в дом? Да, ух ты, как у вас тут красиво. Даже есть. Красиво. А тут вы что собираетесь делать? Вот тут. Здесь? Вот. Здесь может быть сюда кулочек или сырок или помоечек. А я думал, ферму делаете. Вы можете ферму сделать. Ну, потому что я вижу, у вас тут еда есть такая фермерская. Mm-hmm. Ну, так что хотела? Не, просто я хотела заглянуть. Вы хотите увидеть мой дом? Да, вот. Идемте. Ну, мы бомжатки, вы знаете, я бомж. Ну, я один день перебью. Нет, совсем. Вот мой дом. Вот это моя берлога. О, вот это мой. Не ломайте. Это что за бесплатно? Это ничего, ничего. Вот он, вот. Вы что на месте стоите, а? Не уверен, что ли, закрываете? Все, да. И вот тут у меня еще тоже есть местность. Вот тут можно окошко можно посмотреть. Алло. Эй, они пропали. Нет, сосед мой пропал. Он мах. Он пропал. Ни палаточки. Так, а можно с вами? Ладно, до свидания. А что с вами? Что? Что со мной? Ну, ничего. Ладно. Так, у нас... Если хотя бы верстачок какой-то сделать, не знаю. Сделать побольше домик. Да, я молодец. Тут какую-то хотя бы берлогу сделать. Мне так сильно хотел кушать. Так, я хочу построить здесь немножко вот такую верлюшку. Еще немножко настроить. Так. Сюда верлюшку. Немножко поставить. Верлюшки. Так, сосед уже ушел к себе домой, значит, получается. Так, берлочка. Ой, здесь есть чабуди, хотя бы что-то смогу потом поесть. Так, сейчас, подождите. Вот так берлочка будет. Так. Вот тут будет у меня хотя бы еще немножко дополнение. Да. Так. Хорошо. Сейчас. Так. Вот так я и буду жить. Давайте посмотрим, как это выглядит там. У меня дома. Так, заходим сюда домой к себе. Тут немножко входик. Я здесь сделаю свою кроватку. Здесь я буду спать. Я подожди, надо делать тоже смирно, потому что не может. А, ну не действительно, да, шикарно. Значит, получается, ну все в принципе.
Мне надо сделать верстачок хотя бы какой-то где-то. Вот тут хотя бы верстачок сделаю. Я. Ну ладно, развиваться мы будем уже в следующей серии. Да, в следующей. В следующей серии будем развиваться. Ну что ж, а на этом мы будем с вами заканчивать первую часть бомжа. Всем удачи и всем пока. Не забудьте подписаться на мой канал, колокольчик поставить. И еще не забудьте мне. Еще не забудьте подписаться на еще одни каналы. Я вам сейчас их покажу. Всем удачи. Сейчас я вам покажу ваши эти каналы. Сейчас, подождите. Ну, на этом мы уже заканчиваем серию Майнкрафта. Вот два канала. Это мой одноклассник снимает. У него 11 подписчиков и 3 подписчика. Это у него два канала. И у него еще есть брат. Наверное, два брата, которые у него тоже снимают. Сейчас я вам их покажу. Вот. А брат и канал называется Никита 2 Мытько. Вот он. Вот он. Вот это, наверное, уже новая серия, как сделать кожаную разноцветную броню. Да, это для меня, просто я спрашивал, как сделать разноцветную броню, но вот у него просто другая версия. Ну ладно, я сейчас посмотрю. Давайте вместе посмотрим. Я, кстати, тоже подписался, 33 подписчика, у него шикарно. Даже лучше, чем я. Всем привет, ребята, и сегодня я покажу, как сделать разноцветную броню. Для начала нам нужно взять котел и поставить его. Ну, он крафтится из железа, потом налить туда воду, обычную воду. И взять любой краситель, он делается из цветов. Да. И просто нажать один раз. Как мы видим, вода, она красится. И мы берем, просто кликаем вот так вот по воде. И броня у нас меняется, как мы видим. У нас получается вот такое вот. И сейчас мы включаем с вот такого вот лица, ребята. С как вот там, я забыл, от третьего лица. И как мы видим, она по-настоящему поменялась. Ну, это все вот так вот просто делается. Да-да, вот так. И это совсем не тяжело. Те, кто хотят, могут это легко повторить. Да-да-да, это вообще легко. Просто вот так вот сделать. Кто не знал, жмите лайк. А кто знал, тоже подписывайтесь на канал и жмите лайк. Ну да-да, ну, а да, если вы не круто. Подписаны, то обязательно подпишитесь. Ну спасибо, брат. Брат, ну, я это сказал. Моего одноклассника. И, ну, вот, ну, теперь я буду знать, как это сделать. Так вот как-то это все делается. Это только в котле, обычной водой нельзя. Вот смотрите, я вам докажу. Ну вот, ребят, смотрите. Обычной водой так делать нельзя. Красить нельзя. Ну, броню тоже нельзя делать, значит. Ну, вот так вот можно с любым красителем и с любым цветком. Ну ладно, понятно. Ну что ж, а на этом мы с вами будем заканчивать. Всем пока. Пока-пока.